Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Niva 2012 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим так называемый шрус на карданном валу на заднем. Порвался у человека пыльник. Немножко, как говорится, прозевал он этот момент. Попала грязь и начал он издавать звуки неприятные. Щелканье, треск, хруст. Для этого мы просто приобрели саму гранату, скажем. И поднимаем автомобиль, снимаем кардан и переставляем этот шрус. Поднимаем. Вот разорванный пыльник. Ну, здесь оборотов сейчас недостаточно, нагрузки нету. Когда под нагрузку он трещит не как крестовина, а звук примерно похожий, но чуть потише, но цокотение постоянное и с щелчками. Сейчас снимаем кардан. Для этого мы здесь откручиваем 4 гайки на мосту и снимаем вот этот часть защиты и откручиваем вот здесь вот 4 гайки тоже. Целиком снимем кардан и уже в тисках его разберем. Гаечки здесь на 13. Также откручиваем вот здесь спереди. И снимаем кардан. Сзади снять. Сниму я вот эти нижние реактивные тяги, которые у нас идут по продольной. С двух сторон болты откручу, и мы сможем мост назад немножко отжать. Ключи здесь на 19. Все, снял кардан. Вот здесь я, получается, газовым упором, то есть масляным, стойки гидравлической, подпер, вывернул немножко мост, и у нас спокойненько кардан снялся.
теперь снимаем хомут и уже смотрим, как нам сепаратор разобрать. Вот такой вот ремкомплект ЗАО «Кардан». Номер его 21-214-22-0-11-60. В комплекте идет пыльник, смазка, вот такой вот сам сепаратор, два хомута, новые гайки, гравера, задняя заглушка, стопор. И инструкция по сборке. Полностью все указано. Новую купила, инструкция уже замасленная. Написано, как снимать шрус. Сзади убирается заглушка. Убираются оба хомута. Пошлицевое здесь. Вот. Ну, инструкция есть. Действуем по ней. Убираем заглушку. И сбиваем вал. А сбить мы его не собьем. Здесь стопор наружной фиксации. Мы сейчас его снимем сначала. Вот и все. Он не внутренний, он наружной фиксации. Стопор. А новый ремкомплект, там под другой стопор, под наружный. Там сепаратор увеличенный по внутренней обойме. Поэтому ставим сначала хомут, потом ставим пыльник. Все, хомут. Ну, потом зажмем. Пыльник садится на свое посадочное место. Все, вот он на посадочное свое сел. Добавляем сюда маленько смазки. Одеваем вот этот стопор.
Берем сепаратор, снимаем вот здесь хомуты фиксирующие для транспортировки сделаны. И одеваем сепаратор. Только мне очень непонятно, у нас вот этот стопор, он не садится плотно. А он не садится. Паз не такой глубокий, паз для другого стопора. Ремкомплект. Скатался к токарю, немножко заглубил паз под стопор. Теперь берем и устанавливаем уже сепаратор. Здесь его забиваем. Теперь надо трубку по диаметру. Диаметр нужен 24. Следовательно, возьмем головку на 24. Все. Стопор у нас защелкнулся. Одеваем пыльник. Пыльник также здесь на посадочное садится. И набиваем сюда смазки. Я еще смазки добавлю. Что-то мне кажется, это маловато будет. Вот так еще будет. Ну что, новую заглушку я поставить не смог. Я старую заглушку изнутри ударил. Вот эту выпуклость, она ее раздвинула. И поставил ее на место. Она резиновая, а новая пластиковая. Это резинометаллическая. Встала нормально. Берем, устанавливаем кардан. Завел кардан. С этой стороны вставил. Резьбу я помазал смазкой. Также вставил с этой стороны кардан. Здесь я поставил два капроновых хомута
такой хомут, когда одевал, у него лопнуло вот это фиксирующее. То ли брак заводской был, то ли что, непонятно. Так, ну, наживляем. Здесь гайки новые, гравера новая в комплекте. И также наживляем спереди. Все, подтянул я кардан и спереди, и сзади. Звуков. Звуков не стало. Так, ну что, устанавливаем мы теперь вот эти болты на реактивные тяги. Немножко приопускаю. И вставляем болт. Все, болт у нас легко входит. Наживляем эту сторону. И также вторую сторону. Вот теперь упор можно убрать полностью. И затягиваем. Затягиваем вторую сторону. Все, устанавливаем на место защиту двигателя, коробки у нас защиты раздатки получается. На этом замену шруса кардана овала мы произвели. Всего вам доброго!